Когда за нами наблюдает большой брат, а в данном случае видеокамера, согласитесь, даже самые спокойные и уравновешенные граждане ведут себя достойно, чтобы не привлекать к себе внимания. Чего уж говорить о хулиганах. Не раз администрация Абакана говорили о том, что наличие видеокамер усмиряет пыл некоторых граждан. На этом объекте мы уже второй год ведем благоустройство. Мы облагородили пруд большой, сделали это в прошлом было году. Вокруг пруда сделали тротуар, освещение, лавочки все заменили сурнами. А в этом году мы сделали две площадки с малыми архитектурными формами для детей. Это возле малого пруда и здесь, вот где мы стоим сейчас. Новые камеры теперь установлены на территории Преображенского парка на двух детских площадках, одна из которых полностью обновлена. Здесь смонтировано новое покрытие, игровые формы. Чтобы никому не было повадно портить городское имущество, за территорией в круглосуточном режиме следит камера. Запись хранится несколько дней. В эту камеру попадает вся площадка и еще одна площадка, но пока на той площадке, где мы поставили большее количество камер, мы не делали благоустройство, но в будущем планируется сделать там тоже благоустройство. Также обновили оборудование в самом парковом хозяйстве, чтобы эти видеокамеры все фиксировали, записывали. По данным специалистов Абаканского паркового хозяйства, сегодня в парках и скверах нашего города установлено более 80 камер видеонаблюдения. Вся информация поступает на главный сервер предприятия, а также на мониторы в дежурную часть полиции Абакана. Поэтому в случае правонарушения сотрудники правоохранительных органов могут оперативно выехать на место. Одним словом, безопасность горожан превыше всего.